А Doom это четвертая позиция саппорт? Или Doom это мейн керри Doom, который пойдет на изи лейн и будет там спокойно стоять? Я пока не знаю. Вряд ли это оффлейн Doom, потому что есть Фурион. Конечно, не керри Фурион может появиться. Но сейчас посмотрим. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Осталось 5 секунд. Там еще минут 14. Дополнительное время. 5 секунд не считается. Минута. Давайте, видя Дума. Тяжеловато теперь будет Паку. Паку, в принципе, будет тяжеловато, как только Фурион до Орча доберется. Дум с Регеном. Мекой пока тут не пахнет, но еще должен появиться Керри. Против Свена. Найтсталкер появляется. Это очень ноуфлейн. Тьмы, еще один неплохой агрессивный герой. Посмотрим, как свою агрессию смогут Прайс. Реализовать. И бан. Осталось 10 секунд. Интернеты. Аута саппорта. Саппорт здесь сильно вписывается. Сейвит Свена, например, или стакает много. Листан имеет. Я бы Вингу убрал, если не собирают все пики, потому что вот Винга Свен на лейнинге, Фуриону вообще жизни нет, вы его в террор, еще лишний для Вижена и для минус армора, и минус Дизраптор. Тоже неплохо. Очередь команды сил света запрещать героя. Вингу хотят себе забрать. В качестве керри. И Дум скушает собаку, Винга прокачает ауру. Сларк. Отправляется в бан. Команды сил тьмы выбирать героя. Ну что, давайте, Alternate Attacks. Последний пик. Он трудный самый. Есть еще время подумать. Возможно, у них украли Сларка, им это не нравится. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Давайте. Кто может появиться? Кто круто здесь смотрится? Свен. Свен, если тычки делает, любому герою больно. Кто игнорирует армор? Мало кто игнорирует армор. Может, говорит, Квапа Керри с Соник Вейвом, я не знаю, но... Это, конечно, рисковый шаг, но Alternate Attacks вроде классом чуть повыше команды, чем Прайс. Мут рискнуть. Мало времени остается. Клинкс. Клинкс появляется в качестве мейн керри. Очередь команды сил света выбирать героя. Через медальку, Solar Crest и дезолятор. Да, там можно игнорировать, конечно, армор Свена, но все равно Warcry одной кнопочкой контрить это все. Он не такой долгосрочный и... Не знаю, Клинкс не особо мне здесь нравится. Слишком он тонковат, если он без крипа. Съеденного. Может все оказаться не так хорошо, как осталось хочется. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Осталось 5 секунд, еще 35 секунд бонус тайма. Вид Клинкса. Пока инициатор здесь только Пак. До появления у Свена Даггера, но это не скоро, потому что Свену здесь придется укрепляться. Опять же, Пак не может впрыгивать нормально, потому что в вражеской команде Doom он всегда может схлопотать ультимейт. И просто не выбраться. Бейн появляется, но еще небольшой контроль. Кит его башрук для себя. Как-то так. Ну что, переходим к игре. Давайте посмотрим, кто на ком и кто куда. Команда Прайс. Башрук будет играть на Бейне. Кун, Эрспирит, Суперселл,
Свен, Мастер Майнд будет исполнять на Паке и Микки на Найтсталкере. Их оппонент, идущий в данной ситуации, Alternate Attacks, Supreme будет играть на Инвокере, Кейсер, Дум, Ниша, Фурион, Экзотик Дир, Клинкс и Лисаж на Леоне. Погнали! Посмотрим дотку, смогут ли Прайс хотя бы сейчас что-то противопоставить, или все так же однокалиточно будет. Прим. Битва за баунти руну состоится или нет? Пока не ясно. Пока не ясно. Вроде как до начала сражения. Атопи должны без труда забирать Alternate Attacks, а дальше посмотрим. Тут все Дум. Дум с сапогом и тангусами. То есть это не раш какого-то Айрон Талона. Непонятно, будет ли он вообще усиленно фармить леса. Ну и как себя будет чувствовать Фурион здесь? Фурион против таких героев, как Бейнер, Спирит и Свен, вообще не стоит лейн, если честно. Что там, что с Липом тебя подцепили, что любым станом ты уже не уходишь 100%. Поэтому надо настолько аккуратным быть на стадии лейнинга. Сейчас уже не получится вынести фейзы и загнобить двух героев. Если, конечно, Юр Спирит не поселится в медле, чтобы загнобить Инвокера. Ну, посмотрим. Как это все будет выглядеть? Что, Мастермайнд? Ты в Суприме, в медле. Your Spirit прокатился мимо. Может пытаться задобить курьера, но не получается. Арба от Пака. Вот и выживает спокойно Инвокер. Ничего ему здесь не грозило. У него все замечательно и великолепно. И вот первый загул, скажем так, не удался. Ну и Фуриончик. Фуриончик стоит. Фуриончик знает, что Air Spirit в медле. Поэтому бояться Бейна и Свена особо не стоит. Хотя брейнсап есть, да. Поэтому контроля не хватает сейчас так, чтобы заколотить. Пойти вот там брейнсап пошел. Тангусик все равно съеденный, поэтому Фурион регенится. Акслар, конечно, но все равно регенится. Найтсталкер. Air Spirit снова промазал. Клинкс начинает наваливать. Но он слабенько пока наваливает, только первые стрелы у него, поэтому не отображаются они какими-то отрывками на ХП, как могли бы. Вокер в медле против Пака. Пока все очень-очень ровно. Выход в спину. Бум, выходит на Пака, хочет его поджечь, Пак успевает кинуть арбу, поэтому он отсюда уходит. Все в порядке. Ну, посмотрим дальнейшие представления на топе. На топе Кун, есть ли здесь еще контроль, вообще есть Хекс, но догонит ли здесь Клинкс. Вообще у него есть и инвиз. До булыжника еще очень долго. Санстрайк, Кун, неужто это First Blood? Да, это First Blood в исполнении Клинкса. Неплохо. I'm on fire, говорит. Ну, действительно, on fire. Медле. Размяли инвокера. Он пока жив, переключается. 11-2 Рейгена. Танкусом, конечно, но в любом случае. А, минус Леон, но он отдается нейтральным крипам, чтобы побыстрее оказаться на базе. Дум снова пытался выйти в спину Паку, не увенчалось успехом. А Клинк становится все сильнее. Как только он получит 5-й уровень, все совсем плохо станет. Потому что тычки по всяким спиритам станут такими увесистыми. Свен 3-го, Фурион 4-го. Кстати, Фурион тоже скоро может начать путешествовать, прилетать куда-либо. Ну, посмотрим, что у него получится. А ботами почти дотыкал, но в итоге Фурион погибает. Да, не справился. Не справился, а мог бы. Пошло, Бейн уходит еле живой. Санстрайка, мы видим, в него не было или был, но не попал. Не, вроде инвокер ничего не посылал. А ботом лейн. В итоге пока 1-1.
Прям прорастает. А потом пошли пенечки. Ой-ой-ой. И выход с макет. Дум с Леоном выдвигаются на ботом. Возможно, даже кого-то найдут. Фреона пошел булыжник, как я и говорил, слишком много контроля. Фреон пытается уйти. Леон должен копать, хоть кого-то подкопать, подсейвить. Подсейвил. Фреон пока живет. Сейчас еще на развороте будет натыкивать Куну. Куну весистые тычки по лицу. Погибает там уже еще и Свен. Выживает здесь в итоге Фреон. И плохо. Извините, здесь небольшие технические неполадки. Ну и инвокер продолжает стоять в медле. Что по крипам? 25 на 3 у Боника, 17 на 6 у инвокера, пак 25 на 4. Пак снова выигрывает свой лейн по ласт-хитам, но, как мы видим, ганги от саппортов команды Alternate Attacks приносят свои плоды. Это окупается явно. Ли он уже третьего уровня с сапогом? Дум, конечно, отстает от фармы. Вот он выход на мастер-майнда, потратил шрифт, есть подкоп, тут же санфрайк ему в лицо. И минус пак. Так помогают инвокеру в очередной раз выиграть лейн. Конечно, не тотальная победа пока, но в целом неплохо. Кстати, тут Боник погиб. Разобрал с ним Найтсталкер. Возвращается он с ТП на лейн. Пятый уровень есть. Что, Клинкс? Клинкс. Клинкс сейчас снова погибнет. Клинкс. Там просто затыкали под вышкой, ни одного сейф ТП не было. Где находился Леон? Леон вот вроде со свитком ТП, но он правда регенился. В этом проблема. Не мог он, наверное, присоединиться к Клинксу и помочь ему как-либо. Смотрим. Инвокер снова в медле. Манга. Пики вгрызается в Леона. Леон тут же откушался и дает понять, что забрать так просто не получится. Как дела у Фреона? Очень хочется, понятное дело, получить шестой уровень, чтобы помогать ультимейтами всей команде. Дум сюда прилетает, он третьего. Ему тоже в лесу постоять для получения ультимейта, и все было бы намного лучше. А тут у нас что-то задумал Пак вместе с Найтсталкером, который, кстати, шестого уровня, и все не так просто. Там может быть... Стремновато. Выход мидл. Инвокер получает булыжник. Тут же должен быть дримкойл. Никаких подсейв ТП нет. Да, это инвокер, который отправляется в таверну немного посидеть. Клинкс решил не стоять на лейне. И тут же выходит в инвизе на ботом. Обьет он здесь Бейна. Минус Бейн. Также попытается затыкать Свена. Будет ли вижен? Но пока пенек вижен дает. Сильного крипа Боника там не пробить. Да, минус Свен. И приятно. Кончик. Башню сил света на нижней линии атакуют. Шесть четыре пока. Восьмая минута. Силы света. Топ один нетворс на данный момент это Клинкс. Леона вот оставили в покое на топе, чтобы он немного поапался. Дум почти пятого уровня. Инвокер. Я так подозреваю, будет собирать мидус, но это стандартный выбор инвокеров. Тут ничего удивительного нет. Смотрим. Леон. Булыжник, Суприма, снова Дримкоил, подсейва никого не будет. Но прилетел сюда Дум, конечно, хотя пока живет еще инвокер, но с руки его, конечно, дотыкают. Стоит тут Тайсвал, продолжают погоню за Думом. Дум только пятого, поэтому заткнуть не может, пытается размотать пака. Еще Найтсталкер здесь остается бодаться. Ну куда ж ты, под землей, дружище? Да, конечно, это очередной килл от Дума. Шестой уровень, там на топе уже начинается дикий пуш. Прилетает сюда Фурион, Фурион отправляется сразу же на ботом, чтобы защитить свою вышку. Пошли пенечки, тут сплэш есть вообще у Свана, поэтому, извините меня, не так-то просто все это будет. Так, Клинкс вышку уже сбрил. Клинкса, Аквила, Соуринг, ПТ. Не стал он играть через медальку.
Ну, Фурион продолжает тыкать крипчиков. Седьмой есть. Ультимейт не в КД. Можно куда-то и ворваться. Клинкс в инвизе выдвигается в мидл. Кого он может найти? Найти он может Earth Spirit. Но хватит ли дэмэджа, чтобы его размотать? Я не уверен. Ульт Фуриона. Пару стычек, где булыжник не успел укатиться отсюда Earth Spirit. Экзотик Дир совершает серию убийств. Леон 5 уровня, пока без пальца, поэтому не так просто будет что-либо сделать. Пальцем было бы намного проще. Ну и Фурион, пока Robo of the Mage. Свен фармит маленьких крипов. Дум! Затыкает Свена, тот успел прожать Warcry. Конечно, сейчас будет слип на Дума. Разбудить его не получится. Леон, конечно, не доберется до Свена. Но здесь Фурион. Отличные спруты. Топорик. Конечно, какой там топорик. Поэтому Свен тоже отправляется в таверну. Здесь инвокер. Пока еще без Медаса. 50 золота ему не хватает. Но они сейчас будут, потому что на ботами упадет тавр. Фурион, Клинкс очень быстро они переходят в атаку. Нокер отсюда особо не дрыгается. Башня сил света на нижней линии разрушена. Что ли он? Леон шестой. Купил арканы. Кстати, ваши интересный выбор Леона. У него вроде атакует. Как манадрейн есть, и он не страдает отсутствием маны. Ну, обычно. Иногда, конечно, страдает. Смоке. Будет ли прыгать? Пак, Дримкойл. Заивейдил булыжник. Есть первый подсейв ТП. Инвиз. А что, просветка есть? Просветка есть. Вард также ставится. Вард разбивается. Но пытается пожить. Здесь Леон хоть как-то. Санстрайк под себя кидает Суприм, но этого не хватает. Подкоп неплохой от Леона. Палец пошел. Микки пока живет. Тут заходит сюда Дум под Регином. Будет ли тычка хоть одна от Боника? Ну да, добивает. Тут 2 в 2. Кит 2 в 2. Ну вот то, что инвокер постоянно гибнет, он, конечно, успел купить Мидас и даже швырнуть его, поэтому все не так плохо. Клинкс купил первый Митрил Хаммер. Будет выход в дезолятор. Сейчас попытается еще, наверное, спилить вышку в медле. Подрубает страйв, да. Приходится нажимать фортификейшн. Башню сил света на центральной линии. Фурион на ботами. Барабаны. Также барабаны появились у Дума, но они неплохо сейчас смотрятся по статове, скажем так. Преимущество опять порядка 5000. Ну, как и в предыдущей игре, в принципе. Ничего нового нет. Ни на минуту прайс не выходит вперед. Единственный, кто хорошо держится, это Пак. Пак очень Башни неплох. Он и лейнинг стоит хорошо. 1-2-2. Даггер, но новых айтемов мы, наверное, в ближайшее время не увидим. Клинкс в инвизе. 700 в руках. Кушать некого. Летает на клифы Фурион. Здесь даже катпульта нет, нечего сажать. Приходится воевать так. Фурион, аккуратнее надо быть. Выход на Клинкса, но они его вряд ли поймают. Он уже ушел. И он давал вижн, Бейн здесь еще и решил побить эншентов. Ну ты рисковый тип, я тебе так скажу. Или он попытается его фармить дайвер. Ушел крипа, здесь уже нет смысла запрыгивать. Клинкса с 1500 хп не убить банально. Ну, не хватит дэмэджа, то есть можно все потратить, конечно. Находят. Будет ли Дум? Дум кинуть не успели. Подбегают сюда Клинкс. Он Бейна может забрать 2 тычек. Так и есть. 2 тычки пошли в Бейна. Бейн погибает. Будет ли еще погоня? Есть погоня. Залетает сюда Фурион. Там Айрон Талон. Поэтому спруты ставить бессмысленно. Да и на них нет маны. Лыжник. Ну, он здесь погибнет за это. Он здесь погибнет за это. Отбивается флаской. Тычка раз. Санстрайк, извиняюсь, не погибнет. Башню сил света на центральной линии атакуют. Сил света башня в медле. Падает.
подходит активно. Тут пока съедены урза почему-то, хотя в идеале, конечно, это сушить собаку. Выход, Дум, без ультимейта, но команда рядом, по сути, можно и подраться. Да, на мике выходят. Инвокер, очень наглая игра, получил слип, пошел булыжник, Кун укатился. Это, по-моему, билет в один конец, если честно. Хотя успел поставить еще булыжник, включает магнетайз. Боник делает тычку, должен добивать еще и майки. Хороший ГДС, финсгрип, работает на экзотик Дира, но хватит ли времени, да, запрыгнуть сюда Паха. Минус Дум также, минус в исполнении Прайс. Наконец-то огрызнулись, причем огрызнулись неплохо. Молодцы. Мы в ответ еще заберут вышку. Пока работает ГДС Свена. Башня сил тьмы на центральной линии разрушена. Прям, по-моему, в файте особо не участвовал. Ультимейта его там точно не было. Ну, сейчас придется поучаствовать. Леон, 8 сотен вынес. Да, даггер еще долго Фурион отправляется. На топ понимает то, что тучи над ним сгущаются. Леон ставит варды. Смотрим дальше. Тысяч преимущества после этого файта остается. Ну, файт плюс вышка. Конечно, денег нормально отвалилось. Снова Боник. Снова в инвизе. Но в этот раз, скорее всего, на Рошана. Крип съеденный под дизолятором. Очень сильно разминает здесь Рошу. С учетом того, что он бьет его один. Страйф, конечно, сейчас закончится и меньше ДПС будет заходить. Но пока все неплохо. Падает Рошан, а Эйкид остается Бонику. И можно сходить куда-то на ботом, я думаю. И он. Пошел Хекс. Собирается Дум, должен дать свой волшебный меч. Дает волшебный меч, санстрайк минус. Пак сюда прыгать, понятное дело, не стал. Это просто бессмысленно. Он бы здесь погиб моментально. Башню сил света на центральной линии атакуют. Ну и выход на ботом. Башню сил света ботом на начинает падать. Линии атакуют. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Башня сил света на нижней линии разрушена. Надо это вышка, пойдут ли дефать топ. Я извиняюсь, дорогие друзья, у меня компьютер сейчас выдает такие грязные вещи, поэтому приходится закрывать какие-то всплывающие окна, поэтому иногда карта теряется. Я пофикшу это за время паузы между второй и третьей картой, но сейчас приношу извинения. Башня сил тьмы на верхней линии разрушена. Что, пойдут ломать Т2, наверное? До сих пор нет собаки, то есть меха у Дума. Сильно может повлиять на файт. Силы света укрепили свои сооружения. Падает тавер. Минус вышка. Достается на Клинксу. Булыжник. Закатились. Магнитайз. Хорошо. Прожимается мех. Хотя бы что-то успел сделать. Моментально минус пак. Также погибает Найтсталкер. Приключается на Бейна. Как же много наваливает здесь руки. Боник. Вот Варкрай, конечно, спасает немного. В итоге выживают кое-как. Попытаются сейчас еще попушить хайграунд. Я смотрю, Клинкс включается. Фортификейшна здесь нет. Поэтому тавер отлетает очень быстро. Сейчас надо съесть катапульту. Так и делает Боник. Дает ему алакрити, дает атак спид, 15 секунд стрейфа, байбек от Найтсталкера, но, по-моему, милишный барак они все равно потеряют, так и есть. Минус первая сторона, экзотик Дир, получил булыжник, Свен, пошел стан, подкоп, наперед, ставит спруты, закатил сюда кун, пытается дотыкать Суприма, и, возможно, они его даже дотыкают. Да, так и есть, и Клинксу лучше отсюда, на самом деле, отойти, его просветили, пытается затариться, расстреливает Свена, будет ли хоть какой-то контроль по нему, да, это дроп и гиды, но второй раз смогут или нет ставить сразу. Антов нет, скрипт, наверное, есть. Пип. Лыжник, минус Боник. И Дум, 11 уровень, продолжает фармить леса. Казармы сил света на центральной линии атакуют. Да, Фуриончик тоже 11-го. Пак забирает руну ускорения. Заставили сделать байбек, конечно. Но они сейчас должны просто переходить на другую сторону, я так подозреваю. Вряд ли они будут тянуть время. Просто пойдут и заберут очередную сторону, и ничего в этом удивительного не будет.
инвокерами, да, с Юл. Сия появляется у Свена. Пока у нее нет блокинг-бара, он слишком уязвим. Инвокер его здесь может просто разваливать на куски. Он, по сути, так и будет делать. Раскаста, также палец Леона, который с даггером уже сейчас 11 уровень будет после парочки крипов. Тут очень трудно будет бодаться. Дум наверняка тоже будет покупать даггеры. И Клингсу, я так понимаю, летит блокинг-бар. Да, теперь его не законтролить станами. Единственный контроль по нему это финсгрип, но этого мало, конечно. Фурьончика. И выдвигаются на ботом. Там крипы подпушили. Крипов очень много заходит на хайграунд. Тучи здесь сгущаются. Здесь же инвокер. Почему бы просто не пойти, не зайти на хайграунд? Какие-то пайпы собирают и прочую гадость. Вообще не понимаю, зачем здесь это. Если клинк сейчас с лоу-граунда может испепелить сторону вообще без труда. Ну, видимо, они так не считают. Фурион продолжает фармить. Хотя ворщит уже есть. Он 11-го на ботами. Может быть, ждут следующего Варшана, следующие гиды и с ней пойдут. 3 минуты до нее. Максимальный таймер выдает Рошан. Думченко. Думченко фармит. Заслуженная. Думченко, все хорошо. Ну что, в смоке? Да, в смоке. Надеются то, что уже враг на Рошане. Найтсталкер с аганимом, поэтому вижу много. Леон прыгнул с даггера, но не туда. Копает, да, но это, конечно, его не спасет. Команда подтягивается, слишком быстро его разбирают. Но с Леон прожимается... Киллер Спирита, минус Ниша, по-моему, тоже вряд ли его отсюда отпустят. Да, булыжник по нему упадает, а горы находятся слишком далеко, чтобы что-либо сделать. Но неприятная ситуация, на самом деле, получилась для Альтернейт. Угадали их с Маком, просто не понимаю, зачем было врываться за Леона, можно было его отдать, и ничего страшного в этом нет. Ну, отдали, ну хорошо, ну минус Леон, ну со Смока, и что? Что это меняет? Клинк все равно фармит с бешеной скоростью, съедает сейчас, кстати, крипа. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Ну и Клинкс сейчас заметил. Таргет на ботами, может быть, пойдет на него. Находит куна, получает булыжник, подкоп мимо, есть слип, дум здесь также, ну да, не дадут укатиться здесь Сёрспириту. Немного огрызнули сейчас Альтернейт Атакс. То неплохо. Либо и не огрызаться. Мека Хедрес. Что он будет собирать, вообще не понимаю. Вокер Пойнт Бустер, тут аганим. Тут все ясно, понятно. Что с компьютером происходит, вы бы знали, дорогие друзья. Полная беда. Динает своих крипов. Молодцы. Ну и собираются по топу. Там все еще стоит Т2. Немного сейчас Т2. Оставшихся. Всего одна. Ну и собираются подраться также прайсы. Будет стычка, скорее всего. Леон ставит центряк, готовый что принять. Поворот. Правильный выбирают. Клинк спалил смоук. Можно прожимать блокинг-бар. Моментально минус дум. И я думаю, что драться уже без него не стоит. Или Боник решил подраться. Сейчас уже будет вард или даст, или просто хоть что-нибудь его съедят. Нет?
еще или он погибает? Или нет? Ну, Пак запрыгнул дримкойлом, не знаю, попадет или нет. Запрыгивает Свен, 2000 минус. Невнятная вообще игра происходит сейчас от... прайсов. Точнее, не от прайсов, извиняюсь, от Alternate, конечно же. Не могут встретить ганг с Маке, хотя вроде как держатся в пятером, и все у них должно быть неплохо, но при этом все равно проигрывают постоянно масс-файты. Хотя как масс-файты? Вот Клинкс пошел, он соло фраг сейчас делать не может, вместо Орчида он приобретает дагер, не знаю, как он ему поможет, но, наверное, как-то поможет. Впрыгивать и выйдеть смог ганги? Ну, может быть. Haste! Инвокер, все еще без Аганима. Что у нас по графикам? Я думаю, в ноль почти нет. 8000 еще преимущество, преимущество огромное количество. Что бы тут ни происходило, перефармливают пока все равно Альтернейт. Молодцы. Ну и Клинкс на очередного Рошана. Ульт Фуриона пошел, деф не собираются Рошана. Отдают без боя. Че, Лакрити. И минус Рошан. А Егис в этот раз забирает Инвокер. Посмотрим, что... то смогут сделать с Эгидой. Клинкс расстреливает крипов стычки. Вот не хватает ему Орчида, он смог бы сделать очень много соло киллов. Но, как мы видим, вместо Орчида он причел Блинк Даггер. Правильно это или нет, пока не ясно. Посмотрим. Двигаются на ботом. В этот раз в пятером. В этот раз не получится выцепить кого-то одного героя и забрать у Прайс. В этот раз одним большим кулаком идут Альтернейт. Пенечки. Что, не будут заходить? Ну, тут, конечно, трудно зайти, потому что крипы погибают моментально. Вот он инвокера. Пытается развести на фортификейшн. Не стоит забывать о том, что у него эгида. Его надо убивать два раза. Клинкс подключается. Придется сейчас нажимать фортификейшн. Отпрыгивает с даггера. Побоялся, что в него будет хоть какая-то инициация. Вышка пока живет. Ну и очередной заход на тауэр. Найт Сталкер прожимает ночь. Йоу моментально включается. Все, что есть у Кона. Дримкойл разрывает. В итоге Дум не успеет, скорее всего, дать ультимейт. Нет, может быть, дадут ему кастануть. В итоге, да, Мека, Блокинг Бар, Боник еще живой. Начинает настреливать сейчас по Бейну. Бейн в таверну отправляется. А под Думом находится Свен. Свена в итоге расстреляли. Даже если он сделает байбек, у него не будет сейчас ультимейта и Блокинг Бара. Это, скорее всего, заход на хайграунд. И минус еще одна сторона сейчас будет. А Егис по-прежнему есть... у инвокера. Ну и Боника запинали. Боник погибает. Да, но дотыкует Свена. Дотыкует Свена после байбека. Так и есть. Отбились на самом деле и не потеряли при этом сторону. Байбек делает Леон. Что здесь может инвокер показать? Начинает податься с Найтсталкером. Летят сюда на подсейв ТП. Пак еще мансит. Затыкнуть пока нечем. Понимаете, Юл Фурион решил сюда прилететь в толпу подраться. Да, так и есть. Есть здесь Фурион. Будет ли спруты? Спруты на пак. Они туда дотыкают. В итоге Найтсталкер. Найтсталкер минус. Заходит все-таки на хайграунд. Эгида по-прежнему есть у Суприма. Булыжник попадает по нему. Эгиды пытаются размять. Запрыгивает сюда Майстер Майм. Здесь же Леон будет все сайленс. Есть подкоп, есть блайст. Пытаются затыкать Куна. Кун. Нет,
пока в гостях, пока живет. Пытается Бэйн еще здесь замансить. Будет ли Cold Snap или хоть что-то. Уходит в гост. Ну и все в итоге мансят, все выживают. Может быть, просто бить в сторону, а не бегать. Ну, Куна дотыкали. Куна дотыкали. Подходит сюда пак. Сайленс. Погибает здесь также Бэйн. Успел забрейнсапиться. Ну и теперь Сторнов. Единственный живой пак. Он подкидываться нормально не сможет. Несется сюда уже на всех парах. Также и Дум, который с пайпом и мекой. ГГ! Пишет Башрук, и все-таки 2-0 в пользу Alternate. 28 минут им понадобилось на следующую карту. Молодцы, ребята, справились. Но они были явными фаворитами в этой встрече, поэтому ничего удивительного в этом нет. Просто справились. Ладно, дорогие друзья, небольшая рекламно-музыкальная пауза. Я как раз устраню все технические неполадки, после которых вернусь к следующему матчу. Это Polarity против Danish Bears.